Привет, игроки! В эфире новый выпуск шоу моментов. Сегодня вас ждет воздушный бой, плохая оборона и лишний пассажир. Штурмовать дом с панцерфаустом всегда хорошо. А что если таких панцерфаустов два? В таком случае это не только физическая, но и моральная победа над врагами. Они такого точно не ожидали. Да и никто не мог ожидать. Зачем вообще тратить патроны? Достаточно дождаться хорошего момента и выйти в рукопашную. А потом... И залутать врага не грех. Вот кто был готов к такому? Но применять панцерфауст можно не только в штурме дома, а еще, например, чтобы устроить настоящий воздушный бой. Хотели погоню устроить в небе? Не получится. Ловите подарочек. Это был хороший план, но они явно упустили шанс рандомного выстрела в их дом. И вот хороший план по обороне превращается в не очень выгодную ситуацию. Огнеопасный дом получился. Прыгнули на машину, а к вам залез лишний пассажир, и вот никак не хочет выходить? Есть одно решение – просто отвезите его к врагам. Приехали на выстрел, повернулись его стороной, подарили врагу килл и дальше поехали по своим делам. Вот и все. Присылайте свои лучшие моменты нам в Discord и получайте за это награду. Не забывайте писать комментарии, ведь, как известно, лучшие из них попадают в шоу, как вот эти ребята. Напишите нам в Discord, в канал получения наград. Желаем удачи! Подписывайтесь на нас и наши соцсети. До новых встреч, друзья!